ГКЧП. 30 лет спустя. Цель ГКЧП преследовала — сохранить страну. 21 августа с разницей в 3 часа на аэродроме Бельбек приземляются 2 самолета. Чтобы не дать самолету Рудского приземлиться, по распоряжению заговорщиков на полосу подгоняют тяжелую технику и морскую пехоту. Там не было никакого переворота. Поскольку телевидение не дают, радио не дают. Это спонтанно все произошло. Я наступил ему на бушлат и сказал: если нырнешь, я тебя пристрелю. Вторая ключевая точка – дача в Форосе, куда члены ГКЧП отправились 18 августа. У нас есть уникальная возможность изучить полностью этот уже исторический объект. Изоляции как таковой не было. Он выбрал семью, а не страну. Я думал, он выбрал настоящее чувство. ГКЧП нельзя считать путчем, ибо вся власть, у кого была до 19 августа, она у них и осталась. Нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну. Это политический Чернобыль советской тоталитарной системы. Фильм Наили Аскерзаде. Следующее воскресенье в 22:30.